Меня зовут Виктория, и я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодняшнее видео хочу начать с такой приятной ноты. Покажу вам подарочки, которые мне девочки подарили на 8 марта. Покажу свои покупки. Они мне, конечно, немногочисленные, но все же есть. Также хочу поблагодарить вас за то, что смотрите мои видео, комментируете, ставите лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. Мне безумно приятно. До сих пор получаю комментарии под видео об итогах 2020 года, хотя этому видео уже третий месяц пошел, да, но все равно кто-то находит мой канал, находит это видео, смотрит и пишет неприятные слова. Ну и вообще за все комментарии, которые вы мне оставляете под каждым видео, я их всегда с огромным нетерпением жду, с радостью отвечаю, и они меня безумно радуют. Что ж, сейчас буду приступать к показу подарочков, да, и начну, наверное, с открыточек. Я обязательно всегда все открыточки храню, оставляю себе, у меня есть папочка такая, я их складываю, периодически пересматриваю, перечитываю пожелания. Всегда очень-очень приятно это делать. Вот такие открыточки мне девчонки подарили на 8 марта. Смотрите, какая милая совушка. Такая открыточка. Вот смотрите, какая птичка яркая, классная. Что вот такие были у меня подарочки. Я считаю, открытки это тоже подарки. Они мне дороги, так же само, как те же наборы или какие-то другие вещи, которые девочки мне дарят. И дальше покажу вам, конечно же, наверное, только наборы, потому что девчонки мне надарили всего разного. И сладости, и какие-то косметические средства в виде масочек, кремов, и всякие разные мелочушки, вроде иголочек, бобиночек и тому подобное, закладочки, книжку, да, но у меня я такая плохая девочка, особо книжки не читаю, но закладочку все-таки пристроила. Смотрите, Настюша подарила закладочку такую с кактусом, смотрите, как в тему. Ну, мои подружки, девчонки всегда знают, что мне подарить такого, и вот я уже пристроила ее сюда, и вот тут у меня когда-то будут итоги 2021 года. Пока что здесь у меня только две работы завершены. Вот машинка маленькая и Санта. Вот Dimensions игрушка. Ну, остальное все пока что у меня в процессе. Но ничего, мы работаем над этим, чтобы получить финиш. И вот так вот закладочка будет у меня в деле. Такую красоту мне Настюша подарила. Так, кстати, вот свечечка тоже уже использовала ее, была в качестве подарка. Катюша мне подарила. Так, ну и покажу вам основные подарочки в плане набора. Вот такой наборчик я получила в подарок. Это уже второй фонарик или кисточка. У нас принято называть эти поделки вот фонариками, но на самом деле вроде бы это какие-то кисточки. Я где-то слышала. Ну, неважно. Главное, что вот такая красота будет. У меня, получается, уже есть вот эта кисточка Rainbow цвет. И теперь вот вторая Wisteria. Я, конечно же, хочу всю серию. И вот девчонки понемножку исполняют мое желание собрать все эти кисточки. Прошлую кисточку тоже мне подарила Настюша. И, по-моему, на Новый год, если я не ошибаюсь. И вот на 8 марта получила я вот такую красоту. Посмотрите, какой здесь бисер, стеклярус. Просто невероятно. Сколько беконусов всяких разных. Потрясающе. Еще бы теперь набраться смелости все это вышивать, потому что я вот боюсь к ним приступать. Мне кажется, мне ничего не получится, что-то так сложно. На самом деле, девочки, которые вышивали такие изделия, говорят, что не так страшен волк, как его рисуют. Да? Ну, надо убедиться на собственном опыте, но они очень красивые получаются в отшиве. И мне кажется, конечно, они стоят всех тех трудов, что на них уйдут, да, чтобы их сделать. А, так, дальше мне подарили вот такую канву водорастворимую. А вот девчонки очень внимательно смотрят мои видео, за что им огромное спасибо. Внимательно относятся к моим словам, все там подмечают, где-то себе записывают, запоминают. Я вот буквально даже недавно в одном из видео о запасах
показывала небольшой наборчик от компании «Жар-птица», который я хотела бы вышить на одежде, приспособить. Но сам набор не рассчитан на то, что его будут на одежде вышивать, поэтому там нет водорастворимой канвы, там обычная ткань. Но все же мне хотелось бы попробовать вышивку на одежде. Я об этом сказала, упомянула так вскользь. Но у меня всегда, знаете, я что-то хочу, но руки никогда к этому не доходят. Вот когда я беру тот набор в руки, да, я вспоминаю о том, что я хотела вышить на одежде. Но потом, когда он попадает в запас, я так благополучно об этом забываю. И когда делаю заказ в интернет-магазине, просто не вспоминаю о том, что мне нужна эта канва. И тут вчера Катюша мне презентовала вот эту канву. Теперь у меня нету отговорок, чтобы попробовать вышивку на одежде. И нужно только приобрести белую футболку, потому что хочу именно на футболке вышить. И все, можно брать и вышивать. Поэтому огромное тебе спасибо, Катюш, за то, что ты, вот, так сказать, внимательно отнеслась к моим словам и подарила мне вот такую канву. Обязательно буду ее использовать. Это очень нужный подарочек. И мне безумно приятно было ее получить. Так, дальше Катюша мне еще вот подарила свои остатки от этого набора. Этот набор крайне редкий, дорогой сейчас. И купить его не так легко. Я постоянно отслеживала его на eBay, но как-то по таким космическим ценам его продают, что просто мне рука не поднялась мини-голд у Dimensions купить за такие деньги. Поэтому я ждала, так сказать, манны небесной, когда мне попадется он по невысокой цене, но тут как раз вот Катюша его вышивала. Я попросила ее, говорю: Катюш, можешь дать мне маленькие хвостики ниточек для подбора, чтобы я могла вышить это ниточками TMC или Анкор, в общем, в чем смогу подобрать. На что Катюша мне ответила, что она может мне вообще все остатки отдать, она их не собирает, они ей не нужны, и к чему я была крайне рада. В общем, я тут сейчас открою его, покажу вам, он все равно вскрытый уже, да. Я вчера достала его, посмотрела, и знаете, тут мне хватит на второй отшив почти всего. Получается, тут вот только, вот видите, здесь небольшое количество ниточек. Некоторых стол по 4 пасмы, некоторых по 3 надо. Все остальное в основном по 1, по 2 пасмы. И я вот так посмотрела на ниточки, на остатки. Что вот где написано одна пасма, то тут вот в остатках даже вот осталось 4 ниточки, да, то есть их было 6, осталось 4, значит, всего нужно было 2 нитки для вышивки этого сюжета, поэтому там даже где одна пасма, мне хватит этих ниточек. Там, где вот написано 4 пасмы, там оставалось по 2 пасмы, то есть мне тоже хватит их. Единственное, 2 цвета я сейчас не запомнила, но, по-моему, вот 16 цвет. Так, вот, например, 16 цвет, да, здесь вот написано, нужно 3 пасмы, осталась 1. И еще где-то такой цвет тоже, где вот, по-моему, вот этот, вот где 3 пасмы, тоже осталась 1. То есть, соответственно, этих цветов мне не хватит, потому что для вышивки нужно 2 пасмы. Ну, я думаю, в своих остаточках поищу. Если нет, то 2 цвета уже, я думаю, мне сложно будет подобрать. И всех остальных ниточек я посчитала, посмотрела, мне хватит на второй отшив. Ну, кроме вот черного цвета, там тоже 1 пасма осталась, нужно 5, поэтому черный цвет я найду точно. Поэтому вот такой у меня, такая радость. Будет у меня один из желанных моих наборчиков тоже вышит. Я считаю, это почти полный набор, там буквально не хватает 2 пасмы, да, вот ниточек для полного комплекта. Тут, конечно же, нужна еще Аида темно-синего цвета. Я не знаю, продается ли такая. Тут у нас 18 каунт, нужно поискать, есть ли в Цвайгарте 18 каунт в цвете Неви. Если нет, то буду вышивать на равномерке. Равномерка такого цвета точно есть. Или нет? В общем, надо уточнить. То есть я так сказала, что есть, поспешила. Ну, короче, думаю, с тканью уж как-то разберемся. Так, дальше. Еще Катя мне подарила вот такой наборчик. Это у нас вот набор из такой серии, где в наборе уже идет паспортум. И надо докупить только рамочку, по сути, для оформления.
Вот артикул наборчика, кому интересно. У меня есть из этой серии маячок. Я в своих видео тоже упоминала, что хотела бы докупить в пару еще к этому маячку вот ракушки. Эти Катюша, как видите, все подметила и мне подарила подарочки, вот, очень желанные. Так, все девочки подарили мне очень желанные подарочки, потому что большинство выбирали из моего списка хотелочек, да, и поэтому вот такие подарочки, которые попали в самую цель. Да, вот этих, вот этого набора не было у меня в хочушках, но я говорила о том, что я его хочу. Я просто целенаправленно не добавляла его в этот список, думала, ну, сама когда-то приобрету. Но вот девчонки постарались, порадовали меня. Так, и еще один набор, это уже вторая Катюшка, моя подружка. Вот. Подарила мне вот такой наборчик от компании Риолис. Это акварельный жасмин. Кто давно со мной на моем канале, вы знаете, что я вышивала уже две работы с этой серии. Я сейчас ставлю вам картиночки. Это акварельные герберы и акварельные розы. Очень мне нравится эта серия у фирмы Риолис. Многие сюжеты я бы хотела вышить. Но пока что решила остановиться на вот тех двух работах. И в моих хотелках был внесен вот этот наборчик жасмин и еще один набор с георгином. Тоже акварельные георгины. Вот четыре этих набора, мне кажется, достаточно для серии. Да? Возможно, еще бы какой-нибудь набор я тоже хотела вышить с этой серии. Но я думаю, у меня такие большие запасы, что достаточно будет и этих наборов, надо еще вышивать то, что у меня уже есть. Ну, в общем, этот набор мне нравится очень-очень давно. Я помню еще, когда-то у нас был магазин в городе, такой вышивальный рай. И у них были такие большие стеклянные витрины. Этот магазин находился в торговом центре, соответственно, вот эти стены из стекла сделаны были. И все эти вот витрины были завешены оформленными работами уже вышитыми. Там, конечно же, было очень много Dimensions, и среди этого Dimensions была вот оформлена эта работа. Я еще помню, там я впервые увидела работу, вышитую на равномерке. Мне еще было удивительно, почему нету дырочек, не видно. Я тогда вообще не знала, что такое равномерка. Я вот только возвращалась к вышивке после... у меня был такой период, когда я вышивала в школе. Потом на время учебы в университете я вышивку оставила, не до вышивки было. И вот уже после университета я возвращалась к вышивке понемногу. И вот ходила в этот магазин, покупала ниточки, ткань. И, ну, о равномерке тогда я еще ничего не знала. И очень меня удивляло, что же это за ткань такая. А до сих пор у меня такое вот перед глазами стоит яркое впечатление, эта картина. И был там вышит этот жасмин. И я еще тогда влюбилась в эту картину. Но как-то... Даже у меня не возникало мысли почему-то поискать ее, найти этот набор, тоже вышить. Я вот увидела ее, влюбилась и вот ходила под впечатлением от этой картины. Ну, естественно, потом уже в процессе того, как я больше и больше углублялась в вышивку, да, как-то фирмы новые узнавала, какие-то техники, материалы. И увидела я этот сюжет, вспомнила, что он мне так понравился. И, но как-то набор я нигде не находила, как-то попались мне эти герберы, розы, я их вышила. Но вот жасмин я всегда, знаете, вот перед глазами стоял. Я неоднократно девочкам об этом говорила и желание его добавила. Но у меня дилемма большая есть теперь с этим набором. Он мне, конечно же, безумно нравится, я его обязательно буду вышивать, но... Предыдущие две работы у меня вышиты на конве с набором, потому что вот акварельные герберы, это был мой первый именно конкретно набор, да, вот собранный. До этого я вышивала, просто покупала ниточки по ключу, ткани и вышивала, или подбором что-то вышивала. А вот конкретно мой первый набор был, это компания Риолис акварельные герберы. И, ну, естественно, я вот открыла его и вышивала. Там хорошие материалы, канва Цвайгард, ниточки Анкор. Я вот открыла и вышивала. Там 14 аита в наборе лежит. И герберы и розы у меня вышиты на аите. Но тут вот такая красивая работа. И я видела ее вышитой на равномерке. Это смотрится потрясающе. Это очень нежно, красиво. Но... Я-то буду вышивать эту картину в пару к тем работам, а они вышиты на аиде. И вот что делать? Вышивать ли на аиде
или же вышивать на равномерке. И вот эта дилемма не дает мне покоя. Они то будут висеть вместе, и было бы лучше, если бы она была вышита на аиде, чтобы все работы смотрелись вот как серия, чтобы они были гармоничны между собой, чтобы вот эта работа не выделялась. Она, конечно, будет выделяться, потому что эти работы более такие яркие и красочные, это более таких нежных тонах, но все же. Но, с другой стороны, хочется, чтобы она была вот, ну, просто такая нежная, воздушная, красивая. И лучше, конечно, вышить на равномерке или вообще на лине. И вот что делать, девчонки, как бы поступили вы? Вышивали бы на аиде, чтобы продолжить серию? Или же вышили на равномерке для того, чтобы получить невероятно нежную и красивую работу? Да, она тоже будет красивая на аиде, я не отрицаю. Но все же на равномерке, конечно же, будет намного лучше. Вот как поступили бы вы в этой ситуации? Потому что у меня дилемма. Я об этом думала давным-давно. И даже до того, как у меня появился этот набор. Я вот добавляла его хочушки и думала об этом. И постоянно, когда их пересматриваю, эти наборы, когда вижу где-то, когда кто-то вышивает. Мне подружка Светуля тоже начинала вышивать этот жасмин. Правда, еще не вышла. Ну, ничего. Главное, начало положено. Но она вышивает на равномерочке. И вот постоянно об этом думаю и не знаю, как поступить. Вот подскажите, что бы сделали вы? Такая потрясающая цветовая гамма. Хотя, знаете, тут вот такие яркие прям вот цвета идут в наборе. А когда смотришь на вышивку, вот и нету прям таких ярких каких-то вырвиглаз цветов. Хотя вот оранжевые, да, вот фиолетовые. Довольно-таки яркие цвета, сочные, насыщенные и зеленые такие вот. Тут все так нежно и красиво. Ну, ладно. Подумаем об этом завтра, так сказать. Ну, хотелось бы, конечно, в ближайшие годы вышить этот набор. Но пока я не решу для себя вот эту дилемму, на какой же ткани вышивать, конечно, к набору не приступлю. Хотелось бы побыстрее вот уже решить. Еще мне моя Светуля, подружка моя, прислала подарочек, посылочку. В основном там, конечно, были не рукодельные подарки, а для маленькой обжоры. Ну, маленькое, конечно, слово здесь неуместно, потому что все-таки я большая обжора. Я очень люблю всякие вкусности. Мне Света прислала вкусняшек разных. Тоже вот и открыточки, всякие приятности. И в том числе она мне вот из рукодельного прислала, ну, блокнотик. Вот такой пенальчик. Буду использовать его для вышивки, для хранения всяких каких-то аксессуаров. Вот такую ручку. Света мне всегда в посылочке ручки вкладывает какие-нибудь красивые. Я ими с удовольствием пользуюсь. У меня была такая ручка в виде кактуса. Я уже ее использовала. Закончилась паста. Там, мне кажется, она не меняется. Очень жалко. Ручку, конечно, я ставлю. Красивая. А теперь у меня вот такая ручка будет в виде русаличьего хвоста. Надо какую-то русалочку вышивать обязательно теперь. Подарила мне Светуля ниточки вот такие. Тоже выбирала с моего списочка. У меня есть в хочушках списки нитки, которые у меня есть. И вот она мне подарила ниточки, которых у меня нет. И вот то, что мне очень сильно надо было, я со Светулей об этом говорила, и вот она мне решила подарить. Это кусочек аиды. Вот, для чего нужна мне эта аида? Я хочу вышивать подбором. Я уже показывала неоднократно в своих видео. И конкретно вот в прошлом видео рассказывала, что я хочу вышивать подбором набор Dimensions. Там такая девушка на пляже стоит. И тоже вставим картиночку, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вот мне нужна туда была ткань. 18-я аида цветом айвори. Я собиралась покупать уже кусок, естественно, продается большим метражом. Света говорит, не мучься, не надо тебе ничего покупать, у меня есть такая аида, я тебе отрежу кусочек и пришлю. Вот Света прям вот конкретно достала с какого-то своего набора кусок аиды, сравнила по размерам, по цвету и вот прислала. За что я огромное спасибо, потому что действительно очень нужный и подарочек такой, который мне пойдет в работу вот просто буквально через пару месяцев. Я планирую вышивать. Посмотрите еще раз, какой пенальчик красивый. Так вот мне нравится, которую я планирую вышивать. Да, эту девочку. У меня уже есть все ниточки, за исключением нескольких цветов. Теперь вот есть ткань. Все, схема тоже есть, можно брать, вышивать, и будет такая замечательная картина. Так что, Светуль, спасибо тебе большое за то, что выручила меня, не пришлось мне бегать в поисках этой аиды.
мне очень-очень приятно, что у меня есть вот такие друзья, которые ко мне так внимательны. Что, девочки, огромное вам всем спасибо за подарочки. Мне безумно приятно. И я очень-очень им рада. Так, дальше покажу вам свои покупочки. Здесь у меня один наборчик, но такой классный, такой красивый. Я так долго его искала, так долго пыталась его купить. Несколько лет уже отслеживаю его, но постоянно он от меня ускользает. А в большинстве случаев его продают через аукцион. Я ни разу не могу выиграть этот аукцион. Как-то, как девочки выиграют в этих аукционах, мне никогда это не получается. Ну ладно, если его продают просто за фиксированную цену, то там цена стоит просто космическая какая-то. И плюс я не успеваю его купить. А тут у меня стоит на отслеживании по артикулу, и когда появляется под этим артикулом набор, мне приходит уведомление. Но, знаете, вот пришло уведомление, это либо аукцион, либо космическая цена, либо я уже не успела его купить, пишет, товар продан. Но тут я просто листала ленту в eBay, да, и было два набора в лоте, и не было в названии указано артикула именно этого набора. Был артикул второго набора с этого лота, и поэтому его никто не купил. Никто так, наверное, не пролистал и не увидел его. Поэтому я быстренько купила этот лот, хотя второй набор с этого лота мне не нужен. Он как-то, ну, не то, что он некрасивый и плохой, просто он не по моему вкусу. Поэтому я вам тоже его покажу, но, возможно, кто-то его захочет и может у меня купить. Я его с радостью продам. Вот, ну, а сейчас не об этом, пока что вот о том наборчике, который я мечтала. Вот такая бабочка. Я когда-то снимала видео топ-10 наборов, которых нет в моих запасах, но о которых я мечтаю, да. И вот это один из тех наборов, также вот этот наборчик был в том списке, так что вот у меня тоже уже появился. И, наконец-то, эта бабочка тоже у меня. Наконец-то я ее словила, неловимую эту бабочку, эту крошку-малышку нежную. Наконец-то она у меня. Видео-то я снимала уже очень-очень давно. И еще больше о ней мечтаю, даже до того, как я видео-то сняла, естественно. Вот такие здесь ниточки нежные, красивые. Тканюшка такая классная. Здесь полная зашивка. Поэтому я даже не буду менять ткань. Хотя нет, здесь, наверное, не полная зашивка. Вот тут не зашивается. А так хотелось ткань не менять. Но я подумаю об этом. Возможно, и не буду. Ну, не знаю. Посмотрим. Может, и заменю, кстати, потому что если не зашитая, то надо, чтобы что-то равномерочка была какая-то. Ну, в общем, вот такая красота. Посмотрите на эту нежность, какие цвета. Здесь все вот вышивается, мне кажется, в одну ниточку за этой рамочкой. Тут, ну, наверное, в две ниточки, тут в одну ниточку. И такой яркий акцент – это бабочка. Дизайн – это, кстати, вот от Лены Лью. У нее очень много красивых дизайнов. Очень всегда у нее такие нежные разработки. У меня вот есть набор бабочки и клематисы. Это тоже ее разработка. По-моему, есть такая вот сладкий нектар тарелочка. Тоже ее разработка. Вот мне почему-то кажется, что еще венок с калибри тоже от ее разработка. Но не буду утверждать. Ну, в общем, такие вот нежные цветочные дизайны у нее. Очень мне все нравится. Буду с радостью их вышивать. Насчет венка, конечно, вот сладкий нектар, он мне не очень нравится. А вот этот веночек с калибри, он такой, он довольно-таки симпатичный. Он не стоит в планах у меня на покупку. Но, кто знает, вкусы меняются. И иногда смотришь на какие-то дизайны, и тебе хочется их купить, и хочется их вышить. Вот недавно, кстати, я смотрела видео у Натальи Раюк, и она показывала, что вышивают деревеньку, вот эту рождественскую. Вы знаете, мне никогда эта деревенька не нравилась. И многие подружки мои вот купили себе такой набор, и всем она нравится. А мне вот он не нравился от слова совсем. Мне очень не нравилось небо вот это яркое. Ну, знаете, вот Наташа показывает, вблизи показывала там вышитые вот элементы близко. Я так посмотрела, и мне она чего-то так понравилась, и я уже думаю, так, и мне же надо такой набор, и так красиво, и так она про него рассказывает, и не знаю, так вот я вдохновилась, уже мне надо этот набор, девочки, ну что делать, хоть не смотри вышивальный YouTube. Потом вот Валя Сизая тоже показывала недавно итоги года своих. Вот я к сапожкам равнодушна же была, мне не надо эти сапожки, я не хочу их вышивать, но она так показывала эти сапожочки вышитые, и такие они красивые.
И там вот у нее такой сапог Санта летит на своей вот этом, карете, или не знаю как, на санях своих по ночному небу, над деревенькой. И эта деревенька такая красивая, и эти сани, и этот Санта. И, ну просто, я даже вот если бы смотрела на какие-то сапожки, да, мне бы понравились совсем другие сюжеты. А тут она так показывает, и так вблизи, и такие детальки. И прям вот я обратила внимание на эту деревеньку под санями. И все, мне уже хочется этот сапожок. Ну, девочки, что делать? Я не знаю. В общем, и поэтому никогда не зарекайся, что тебе что-то не нравится, что ты не хочешь вышивать, что ты не будешь это вышивать. Потому что буквально вот 5 минут, щелчок, какое-то одно видео, кто-то покажет его вкусненько, красивенько, и все, тебе уже хочется этот набор. Так что я не удивляюсь, что когда-то мне захочется этот венок с калибри вышивать, и когда-то я его куплю. Поэтому... Но сейчас не об этом. Вот такой наборчик у меня появился. Я безумно рада, что у меня есть. И понемногу, по чуть-чуть я вычеркиваю вот наборчики с того списка. Осталось у меня с того списочка. Да я сейчас вот даже открою, найду свой старый блокнотик. Это вот еще я когда давным-давно в своем старом таком потрепанном блокноте записывала. И сейчас вместе посмотрим, что же у меня там осталось из этого списка. Так, сейчас даже найду ручку, чтобы отметить. Смотрите, вот первый у меня Dimensions, это Gold Collection на тему Дикого Запада. Ну, я его никогда даже в продаже не встречала, но, возможно, когда-то появится. Вот бабочки у меня уже появились. Так, вот все наборчики у меня здесь есть. Вот этот набор, это идет из серии Charm & Charts. Там девочка такая... идет индианка, стоит. Я схему нашла, там включи ниточки DMC, поэтому я буду вышивать подбором, поэтому тут я считаю, что тоже есть. Если, конечно, мне попадется за 3 копейки этот набор, потому что они очень дорогие, а за схему и шармики платить по $30 я не готова. Поэтому если мне попадется за там $5-7 этот набор, я его, конечно, куплю. Но буду считать, что он у меня есть. Так, вот этот мне наборчик Катюша подарила, остаточки. И вот остается у меня, получается, тоже Gold. Это набор. Я вам ставлю картинку вот этого набора, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вот этот. Это там лошадь и жеребенок. У меня такие вот проблемы с этим набором. Он перевыпускался, продавался вот недавно. И сейчас, возможно, где-то можно его найти. Но я разозлилась на этот набор. И пока что, наверное, я не хочу его покупать. Поэтому... По сути, из всех своих моих желаний у меня уже наборы появились. Остался только вот этот набор «Мечта несбыточная». И вот этот, ну, если уж появится у меня, я буду очень рада. Но особо я усилий не буду прилагать для того, чтобы его приобрести. В общем, делаем вывод. Пора составлять новый список. Пора новые топ-10 желаний своих, так сказать, озвучить, визуализировать. Поэтому я думаю... На днях я составлю этот списочек и сниму снова такое же видео. Топ-10 моих желанных наборов, которых у меня нет в запасах. Потому что, ну, видите, как работает визуализация. Почти все наборы, при том, что я большинство этих наборов, я думала, что у меня никогда не появится, что они такие очень редкие, сняты из производства, очень дорого продаются. Но большинство из них я купила по адекватной цене. Я их отслеживала, выискивала... такую вот хорошую цену. Да, один там набор из них был очень дорогой, но это прям моя большая мечта была. Это набор от Сенсет, ранний снег. Я сейчас палю вам картинку, чтобы вы понимали, о чем. Да, этот набор я купила за неприличную цену. Озвучивать не буду, чтобы не шокировать вас. Но это прям вот моя мечта многих лет была, и мне хотелось именно оригинальный набор, хотелось именно запечатанный набор, потому что запечатанные наборы дороже продаются, нежели вскрытые. Но... У меня был праздник какой-то, и мне его купили. Мы, это я с мужем. Вот, и поэтому надо дальше визуализировать. И второй наборчик, который был в этом лоте вместе с бабочкой, это набор от Буцилы. Как раз вот именно в названии этого лота было написано Буцила, артикул набора. Вот именно этого. И поэтому никто не купил этот лот, и он достался мне. Я смогла приобрести эту бабочку. А вот такой наборчик. Это у нас набор Буцила. Вот его артикул. Тоже довольно-таки хороший наборчик. Тут классные материалы идут. Тут уже в наборе идет равномерочка 28-го каунта. А ниточки. Вот иголочка. Все так классно, хорошо упаковано.
Наборчик не вскрытый, новенький, можно так сказать. И вот такой сюжет, такой орел. Но я не очень большой любитель вышивки птиц, да, вот у меня наборов с птицами раз-два и обчелся. Меня больше привлекают бабочки, цветочки, вот такая тематика. Ну, в общем, ну, просто не отвечает моим вкусам этот набор. Если бы тут был какой-то другой сюжет, я бы, конечно, себе его оставила. А так, ну, будет он у меня лежать, я его не буду вышивать. И не хочется, чтобы он, знаете, вот лежал многие годы еще у меня в запасах. Поэтому, девочки, если кому-то нравится этот наборчик, пишите мне в Инстаграм или под этим видео, я его с радостью продам. Вот, продам его по половине стоимости лота. То есть вот в лоте мне было два набора, я заплатила за него определенную сумму. Вот я просто чисто пополам поделю эту цену и продам вам, если кто-то захочет, да, вот этот наборчик за эту сумму. Ну, если никто не захочет, никому не понравится, будет лежать у меня. Что же сделать? Не выкинешь же такой хороший набор. Тем более тут равномерка, ниточки классные. Если уж будет мне лежать годами, то я его вскрою, заберу отсюда в равномерку и на ней что-то вышью. Ну, ниточки тоже будут лежать, не знаю, куда-то пойдут. Вышивать, конечно, я его не буду. Поэтому, девочки, если кому-то нравится, пишите. В общем, такой наборчик. Что ж, это все с моих покупочек и подарочков. Еще раз, девчонки мои, любимые подруженьки, спасибо вам большое. Я безумно счастлива, что вы у меня, в первую очередь, что вы у меня есть. Конечно же, я с вами дружу не из-за подарков, да, там, вот, подарки – это как приятный бонус. Я просто рада тому, что вы у меня есть. Ну, а дальше буду показывать вам свои процессы в процессе. Да, вот такая вот тавтология в работе. То есть, вот у меня это видео как влог, да, вышивальная неделя, но, естественно, там у меня больше получается 2-3 вышивальных недели, потому что получается мне не часто снимать. Так что встретимся через секунду. Решила немножко отвлечься от своего быка и повышивать зимний пейзаж. Уже перемотала его немножко вниз, вот, и вышиваю следующий участок. Снова выделила себе 3 клеточки вверх, ну, 3 клеточки, имею в виду, 30 клеточек, да, вот. И вышиваю. Вот такой у меня участочек будет вышит еще. Так лучше показать. Вот такой еще участочек буду вышивать. Понемножку. Да, уже, конечно, весна пришла. И зимний пейзаж вроде бы и не в тему. Но, думаю, ничего страшного. Буду вышивать. Процесс мне нравится, приносит удовольствие. И думаю, ничего страшного, что он не по сезону. Да, можно было бы, конечно, отложить его на декабрь и потом продолжить. Или вот на конец осени, чтобы в декабре завершить. Но я не люблю так надолго откладывать процессы. И он будет меня тяготить, поэтому вышиваю вот сейчас. Процесс, повторюсь еще раз, очень легко продвигается, вышивается легко. Схема отличная. Это у меня схема от Марии Бровко. Зимний рассвет. Все забываю название. Да, зимний рассвет называется картина. Увидела ее еще на стадии разработки, влюбилась в саму иллюстрацию. И вот как только схема вышла, сразу же ее приобрела и начала вышивать. Кстати, я тут вот... Не обращайте на мой бардак, немножко тут куча папок с процессами лежит. Хотела вам рассказать, вот смотрю видео, Катюша создала свой канал. Я вам оставлю ссылочку на ее первое видео. И обязательно его посмотрите, очень-очень интересно, много красивых, классных работ. Вот, в частности, от Марешки новинку недавнюю она вышла, Нью-Йорк, по-моему, называется. Я на Катю подписана не так давно, тоже вот в Инстаграме недавно ее нашла. Ну, как недавно? Мне так кажется, что это было недавно. На самом деле, наверное, уже около полугода, так точно на нее подписана. Увидела я ее впервые, когда она вышивала Мирабилию. Вот этот сюжет. Наткнулась в рекомендациях на данную фотографию с ее профиля. И просто пропала. Мне тоже так очень нравится девочка вот эта.
с оленьими рожками. Тоже хочу ее вышивать обязательно. Ну, пока что любуюсь на Катюшину работу, но сама тоже, конечно же, обязательно когда-то ее вышью. Так что обязательно вот подписывайтесь на ее канал. Очень много всего интересного у нее будет, я в этом уверена, потому что у Кати просто шикарнейшие запасы красивейших наборов Dimensions. Она часто показывает в покупках, в Инстаграме, в сторисах, там просто такие жемчужинки, которые я с радостью сама бы все повышивала. В общем, от души рекомендую. Подписывайтесь, смотрите. И у Кати очень-очень интересные видео. Я досмотрела пока что только до вот этого сюжета, но каждая работа безумно красивая, и можно так сказать, вкусы у нас с ней совпадают. И редко мне бывает такое, что я нахожу девочек, с которыми мне так совпадают вкусы, но вот Катя одна из них. Так что ссылочку я оставлю внизу под видео, обязательно проходите к ней. Смотрите ее видео, комментируйте, оставляйте лайки, поддержите ее. Это ее первое видео. Я представляю, как она волновалась. И буду вам благодарна, если вы поддержите ее. Сегодня выходной, поэтому полдня я планирую посвятить вышивке. Хочу хорошенько продвинуть этот процесс. Сейчас у меня здесь уже почти 50%, 49%, ну, чуть-чуть не хватает, да, но думаю, это не важно. Сегодня я, конечно же, это положение дел исправлю. Будет у меня здесь 50% и даже больше, так как здесь сейчас такие вот довольно-таки простые участки уже начнутся. Вот смотрите, видите, белым сколько нужно зашивать, ну вот синими, серыми цветами тоже будет надо, но здесь уже будет как-то полегче вышиваться, нежели вот эти травиночки. Ну, вообще, этот сюжет очень легко вышивается и просто, схема прекрасно разработана, поэтому сложностей у меня никаких не возникает. Покажу вам поближе мои крестики. Так они выглядят. На камере, конечно, немножко просветы видны. В жизни это немножко лучше смотрится. Ну, я всем довольна. Мне очень нравится этот процесс. За исключением того, что уже весна, а здесь вышивается зима. Ну, я не причисляю себя прям к таким каким-то сезонным вышивальщицам, которые не могут прям вот вышивать весной зиму, летом осень и тому подобное. Мне, если честно, не особо это как-то играет роль. Да, конечно, я иногда стараюсь подбирать процессы под сезон, чтобы делать какие-то атмосферные фото красивые. Но если мне нравится процесс, нравится сюжет, то мне без разницы, когда его вышивать. Главное, чтобы он приносил удовольствие. Так что вот такая у меня вышивочка сейчас на данный момент. И потом покажу вам, что мне получится. И еще хочу вам показать вот такую сторону яйца, которые я вышиваю. Это первая сторона у меня вышилась. Вот так выглядит моя замена бисера. Не покажу вам превью, вставлю картиночку где-то здесь сбоку, и как должно яйцо выглядеть, потому что само превью у меня находится на работе. Я там вышиваю сейчас вторую сторону, начала, вышла вот уже низ там бежевыми оттенками, и вот уже вверх пошла серенькими вышивать. Но пока что там небольшой прогресс, поэтому не забирала его домой, чтобы показать. Уже когда вышью вторую сторону, покажу вам ее полностью. Но вот так хочу показать вам, как получается у меня с моей заменой бисера. Так, тут, конечно же, шерсть кота, как же без нее. И вот так бисерочек смотрится. Мне очень нравится, как получилось. Было здесь два зеленых цвета и должны быть желтые серединки. Я же два зеленых цвета заменила на бежевый и белый. И вот взяла тот, который зеленый был в наборе, и вышла им вместо желтенького. Я прикладывала желтые бисериночки.
не очень хорошо смотрелось, поэтому приняла решение взять вот зеленый. Мне девочки под видео советовали взять золотой бисер вместо вот тут не зеленый, да. Но на тот момент, когда я это прочитала, я уже все вышила и выпарывать мне не захотелось, хотя идея очень хорошая. Но ничего, мне так тоже очень сильно нравится, очень красиво получилось. И мне нравится так намного больше, нежели то, что предложил производитель. Да, там тоже красивый вариант, и когда вышится, тоже было бы классно, но мне захотелось больше какой-то вот нежности, какой-то зефирности, ванильности, да, если можно так сказать. Поэтому решила заменить бисер. И многим девочкам, которым я показывала в процессе это яйцо, тоже сказали, что мой вариант смотрится выигрышней. Ну, возможно, это просто подружки, да, как говорится, подружки всегда поддерживают, всегда хвалят. Вот. Но лично на мой вкус мне нравится больше. Скажите, как вам? Так вот мой вариант нравится или же то, как на превью? Пишите честно, вот как думаете, я не обижусь, потому что на превью, который вариант предлагает производителям, он тоже очень-очень красивый. Поэтому я не удивлюсь, что он может нравиться кому-то больше, нежели мой вариант. Такая красота. Так, сегодня хочу повышивать овечек. Напомню вам, какие овечки. Это мой план на 2021 год. Кто его еще не видел, если вы впервые смотрите мое видео. У меня сейчас в процессе вот этот сюжет. Страсть Кариды от Золотого Руно. Вот овечки. Это сэмплер от Little House Needlework. Потом вот этот сюжет «Зимний рассвет» от Марии Бравко. И также в процессе у меня есть еще небольшая работка от MP-студии. Вот, вот такое. Вот такое яйцо. Одна сторона у меня уже вышита. Вторая сторона у меня, кстати, тоже уже почти вышита. Сейчас я вам покажу. Но у меня там небольшая дилемма. И сейчас я вам расскажу, в чем моя дилемма. Так, стала снимать про одну работу и вспомнила про другую. И сейчас вот буду вам показывать. Так. Смотрите, что у меня вышито. Вышита у меня вот эта часть, да. И вот у меня вышита уже вторая часть. И надо пришивать, только бисер осталось. Забрала работу домой, потому что это мой рабочий процесс, но на работе пришивать бисер просто не представляется возможным, поэтому буду дошивать уже дома, естественно. Так, у меня вот здесь надо еще белый бисер пришить, зелененький, и вот здесь, по сути, надо пришивать розовый. Но у меня же гениальная идея возникла. Почему розовый? Давайте сделаем вторую сторону не такую. Да, это будет двухсторонняя игрушка, но что ей мешает быть с одной стороны розовой, с другой стороны фиолетовой, к примеру, чтобы поддержать вот эти фиолетовые цветочки. И вот у меня есть два цвета бисера. Два варианта, точнее. Вот такой вариант, темный и светлый. Да. Но мне почему-то немножко кажется, что здесь более такой сине-фиолетовый цвет. А тут вот более такой же настоящий фиолетовый, да? И есть вот такой вариант. Взять вот он. Видите, такой вот фиолетовый, но с синим подтоном. И вот так вот вышить. Или вот так. Так совсем некрасиво, конечно же.
Ну, еще вот такие у меня цвета были, но они сюда тоже не особо подходят как-то. Взяла такие два. Возможно, они бы лучше сочетались вот с этим фиолетовым. И вот у меня дилемма какая. То ли вышивать фиолетовым бисером, вот здесь, то ли не мучиться и вышивать розовым бисером. Я не знаю. Но мне очень хотелось бы, чтобы вот вторая сторона была отличная от предыдущей. Но я боюсь, что будет некрасиво. Ну, конечно, в любом случае можно вышить, потом распороть. Но я так не люблю этого делать. Так не люблю что-то распарывать. Я вот такая ленивая вышивальщица. Я люблю сделать раз и все. И больше не мучиться, не распарывать. Вот этот бисер, получается, мне кажется, хорошо бы подошел. Но нету достойного компаньона к нему. И вот я не знаю, стою и мучаюсь. Что мне делать? Может, вы мне подскажете, девочки, как считаете, какой цвет подойдет? Вот эти два? Или же эти два? Или просто взять и вышить розовую? Вот, три варианта есть. Напишите мне, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Так, ну, а вообще я хотела показать вам сейчас, что я буду вышивать овечек. Так, снимать я вообще хотела про этих самых, про своих овечек. Вклинилось это яйцо вне очереди. Так, и мне надо вышить мартовскую часть свою. Я, напомню, вышиваю по одному квадратику в месяц. Вот у меня вышит январский участок, февральский, и вот здесь будет у меня мартовский. Они никак месяцам этим не привязаны, просто я сама так для себя решила, что я начинаю снизу и иду вверх, да, по одному кубику вышиваю. И вот уже пора бы мартовскую часть вышивать. Я вообще планировала, что буду вышивать, начинать этот процесс 1 числа месяца, но как-то и в январе я там в середине месяца начала этот процесс, в феврале тоже что-то забыла, вышла уже под конец месяца. И сейчас, ну, тут уже не под конец месяца получится, но все же пора приступать. Поэтому показываю вам, что я вот приступаю, сегодня буду его вышивать. И не знаю, удастся ли мне показать готовый результат в этом видео, или же уже буду показывать в следующем. Ну, обычно на этот процесс 1-2 дня уходит, поэтому, возможно, еще и в это видео поместится. Но мне кажется, я уже так много кусочков разных наснимала, что видео опять выйдет больше, чем на час. Хотя мне многие девочки писали, что классно, что видео такое длинное, что им нравится именно такая длина видео. Я сама люблю смотреть длинные видео, поэтому стараюсь снимать длинные видео. Хотя у меня короткие видео просто, в принципе, не получается, даже если я захочу снять. Было у меня недавно одно коротенькое видео про сборку машинки. Кстати, если кто не видел, проходите, смотрите. Я показывала, как я собираю такую объемную 3D-игрушку, вышитую в форме машинки. И там действительно короткое видео получилось. А так, ну, я такая болтушка, мне только дай поговорить. И даже иногда мне кажется, что, ну, что я там буду показывать, а мне уже надо еще что-то снять, что-то еще надо доснять, что-то еще надо доснять, еще кусочек, потому что видео, наверное, будет короткое, нечего показывать, а в итоге, когда сажусь монтировать, ну, час это стабильно, и, это минимум, и всегда больше даже видео получается, вот, ну, как-то так у меня, не могу я. Краткость не моя сестра. Я надеюсь, быстро завершу этот процесс, не хочется мне откладывать его на следующую зиму. И надеюсь, к нам придет наконец-то весна, когда я завершу этот зимний процесс. Мне кажется, вот поэтому весна не приходит. Вот все из-за моего зимнего процесса. В общем, я сейчас иду вышивать овечек. Когда их вышью, думаю, покажу вам все-таки в этом видео. Не буду обещать, но надеюсь. И потом уже буду продолжать дальше вышивать зимний пейзаж, потому что тоже хочется отвлечься. Потому что я уже неделю или полторы вышиваю только этот сюжет. Хочется разнообразия какого-нибудь. Так что все, я пошла вышивать. Встретимся через секундочку. Села вышивать, девчонки. И что-то сегодня у меня вышивальный день не задался от слова совсем. Сижу, я вышиваю эту рамочку уже целый день. Вот в начале дня сняла вам видео о том, что собираюсь вышивать. Села, вышиваю, как-то ни шатка, ни валка, оно идет. И сам так, само по себе, еще и 10 раз уже распарывала, грубо говоря. Ну ладно, это я утрирую, разочек только распарывала. Вышла вот эту часть, дошла до конца, и что-то мне не сходится. Давай смотреть, что же не так. Оказывается, я на одну клеточку ниже вот это все вышила.
распорола. Сейчас вышила заново, дохожу до конца, и меня опять не сходится. Думаю, да что ж такое? Давай высматривать, где же я ошиблась. И оказывается, я ошиблась почти в самом начале. Получается, вот это у меня вышита правильная сторона, а вот здесь ошибка. У меня получается... Вот здесь должно быть 3 клеточки. Вот идут вот эти по одной клеточке через 3. А тут у меня вот 2 пропущено. Соответственно, мне нужно выпарывать снова вот это все. И получается, правильно мне вышел только вот этот кусочек. Я так не люблю распарывать что-то. Меня это очень демотивирует. Сразу же пропадает желание какое-либо вышивать. Получается, сегодня целый день я могла бы вот вышивать, уже бы рамочка была готова, уже бы сюда перешла. Так что мне распусти это и заново начинаю все вышивать. В общем, ну, конечно, сижу вот распарываю. Ну, как не распарываю, я распускаю, потому что, ну, не знаю, мне кажется, эта ниточка еще можно вышивать, поэтому жалко ее просто так брать и выбрасывать. Хотя, наверное, было бы быстрее просто разрезать это все и... распарывателем снять, но я боюсь повредить ткань, поэтому вот так сижу, распускаю. А то еще, конечно, удовольствие, но что делать. Так что такие у меня новости тоже. Я вот иногда ошибаюсь. Обычно я как-то повнимательнее отношусь к вышивке, чтобы это не заниматься этой бесполезной работой. И как-то обычно я ошибки замечаю сразу. Вот там буквально пару крестиков вышла и там обратно там их распустила. Но вот такие ошибки у меня, конечно, очень редко бывают. Они меня безумно расстраивают. Ну ничего, сейчас распущу и буду заново вышивать. Надеюсь, за сегодня я за целый день хотя бы эту рамочку довышью. Наконец-то я все распорола. Как видите, остались следы здесь. Но надеюсь, оно все уйдет и расправится. Уже даже заново начала вышивать. Конечно, здесь лежат ниточки, которые я распорола. Некоторые выбросила. Эту, не знаю, ниточку буду смотреть, нормальная она или нет. Или же лучше взять новую ниточку. А все силы забрала меня до распарывания, не знаю. Принесла себе вот вкусняшек. Вот у меня здесь клюква сушеная, вишенька тоже сушеная, миндаль и бананчик. Буду сейчас подкреплюсь. Вот включила Маша на видео. И сейчас буду смотреть влог. Такая весна красивая тут Маша нам показывает. И буду кайфовать и вышивать. Надеюсь, без ошибок дальше. Вы знаете, я кое-что вспомнила. Когда я снимала видео об итогах, я показывала вам одну из своих работ. Она была немножко недошита, недовышита, точнее. И я говорила о том, что я таким мельком показала и говорила, что вот я ее закончу до Нового года, как раз мне там осталось пару дней, и потом в Новом году уже сделаю отдельное видео и покажу вам эту работу готовой, потому что уже не успеваю ее показать вам в готовом виде до Нового года. И я все-таки закончила эту работу, но и забыла об этом. И на канале не показала, что я ее завершила. И как-то вот, ну, обидно за работу. Да, она красивая, надо ее показать всему миру. Поэтому вчера я ходила с девочками навстречу и доставала работы свои, чтобы, ну, что-то взять, показать. Финиша у меня в этом году нету. Думаю, ну, покажу последний финиш взяла. И нашла эту работу и вспомнила, что я же ее вам не показала. Так что сейчас буду исправляться. Буду показывать вам эту прекраснейшую вышивку. Это у нас вышивка от компании Dimensions. Так, я взяла подложечку, чтобы работа не просвечивала. И буду вам сейчас показывать. Вот такая красивейшая, нежнейшая работа. Как я могла вам ее не показать? Да, вот это, вообще не представляю, зачем я так сделала. Вот. Исправляем эту оплошность. Это у нас очень-очень старенький наборчик был от компании Dimensions. Я сейчас вам на экране напишу ее артикул, название, потому что обложку я уже куда-то, так сказать, на хранение убрала. И сейчас ее уже не найду. Но это, по-моему,
то ли 90-го, то ли 91-го года выпуска, но очень-очень старый наборчик, то ли 89-го, вот я сейчас не помню. Вот каких-то тех годов я тоже посмотрю, тоже напишу вам все на экране. Я ткань заменила в наборе, там была Аида, по-моему, 14-й каунт, я заменила на... Здесь у меня то ли Линда, 27-й каунт, то ли Бритни, 28-й каунт. Вот сейчас я не могу сказать, что здесь за ткань. Ну, я показывала где-то в своих видео. Ну, я думаю, небольшая разница там. Там 27-й каунт, там 28-й. Несущественно. В общем, похожую ткань на 14-й каунт в белом цвете. И вышивала оригинальными ниточками. Очень долго я не могла найти схему для кросс-стич-саги, поэтому вышивала по бумажной схеме. Было для меня это очень сложно. Хотя вот работа, ну, видите, здесь такие примитивные вот участки зашивки одним цветом, то есть, ну, такие резкие границы, резкие цвета, прям такие большие участки, да. Поэтому, по сути, должно быть легко вышивать. Но из-за того, что это бумажная схема, нужно отметить, зачеркнуть там карандашиком и высматривать эти значки. В общем, разбаловалась я этой кросс-стич-сагой. И очень мне было сложно вышивать, не могла найти. Но моя подружка Настюшка спасла меня. Ей попался этот перенабор, и она мне его прислала. Чему я была очень рада. По-моему, по бумажке у меня было вышито где-то около 40%, а все остальное я уже вышивала по кросс-стич-саге. И если вот эти 40% у меня вышивались очень долго, я начала с этого букета, с этой картины или панно, что это сзади такое стоит. Неизвестно, так я и не решила для себя, что это такое. Вот, и было вышито у меня вот здесь, получается... Этот букет, это панно, немножко стены и, по-моему, вот этот подарочек. А уже все вот это остальное я вышивала по кросс-стич-саге. И вот это было вышито, ну, очень долго. Так она у меня шла. И так мне вдохновения не было вышивать. Но как только мне появилась кросс-стич-сага, эта работа вышилась очень быстро. Буквально за несколько подходов я вышила вот это все. Тем более здесь такие вот есть места, где не зашивается. Например, вот этот подарочек здесь не зашит, тут только узор вышивается. Вот на салфеточке здесь. А на этой салфетке тоже вот это все белое, это не вышивается. Вот как видите, в уточке есть такие проплешины, вот на звоночке. То есть, ну, по сути, вышивалось очень просто. И как сложно мне шел вот этот букетик, да, потому что здесь частая смена нити была. И как я думала, будет сложно вышивать вот этот веночек, но нет, по кросс-стич-саге я раз-два, этот веночек вышитый. Поэтому, когда появилась у меня сага, эта работа мне принесла только огромнейшее удовольствие. С таким наслаждением я ее вышивала. И так быстро она вышивалась, легко. Вот эти точечки я тоже все крепила отдельно, вот. Видите, когда вышивала, чтобы не было протяжечек. Единственное, с чем я помучилась, это с Lazy Daisy. Сколько лет я вышиваю, но вот эти Lazy Daisy, как не получались у меня красивыми, так и не получается. Я потом сейчас поднесу вам поближе камеру, чтобы вы смогли рассмотреть вблизи этот сюжет. Но вот мне как раз я в итоге года показывала, у меня было все вот это вышито, и мне оставалось только вот эту полосочку вышить. И буквально вот в последние дни перед Новым годом я ее завершала. И мне уже хотелось просто закинуть эту работу, потому что эти Lazy Daisy сводили меня с ума. Но все же я взяла себя в руки, всю силушку воли в кулачок и завершила. По сути, ну что их тут вышивать? Ну вы посмотрите, сколько вот это полностью вот эти цветочки состоят из Lazy Daisy. Два вот стежочка здесь на... Здесь два стежочка, два листика Lazy Daisy вышиваются. И шесть вот Lazy Daisy нужно на каждом цветочке было сделать. И также вот отдельно закрепить один крестик вот голубенького цвета. Ну, я старалась, конечно, чтобы было как можно аккуратнее вышито, чтобы никаких протяжечек не было, потому что, ну, эта ткань, она бы просвещалась и было бы не очень красиво. Как видите, у меня здесь вот нету каких-то протяжек между Lazy Daisy. Они вот повторяют те же самые Lazy Daisy на лице, поэтому протяжки не просвечиваются. Я уже неоднократно тоже повторяла, что... Протяжки вышивки я не приемлю на незашитом фоне. Понятно, если это протяжки где-то вот, например, вот тут коричневый цвет, да, и вот здесь коричневый цвет.
Ну, понятно, тут я отдельно закрепляла, но если бы тут протяжка была под крестиками, меня бы это не смущало, потому что, ну, это под крестиками, ее не видно, она не просвещается. Но вот здесь, на незашитом фоне, например, вот с этого участка я не делаю протяжку, к примеру, к этим крестикам, я отдельно закрепляю. Также здесь между крестиками тоже все отдельно закрепляю. И стараюсь, чтобы на незашитом фоне протяжек не было, потому что их будет обязательно видно. Вот на пересе сейчас у меня были протяжки, я подложила белый фон, и здесь были бы такие красные полоски, розовые точнее. Ну, было бы совершенно некрасиво. Поэтому вот протяжки вот такие я не приемлю, меня они так раздражают. И когда я вижу, даже вот есть производители наборов, когда фотографируют работу на превью, и зачастую видно эти протяжки, это так некрасиво смотрится, это говорит о таком непрофессионализме вышивальщицы, которая это делала. Девчонки, я не хочу никого обидеть, тех, кто так делает, да, это ваше право, ваши работы, вы на них будете смотреть, да. Поэтому, если вы так делаете, не обижайтесь, пожалуйста, потому что, ну, это лично мое восприятие, лично мои мысли, мое мнение, и я так поступаю со своими работами, потому что мне на них потом смотреть. А так же самое, вот я получала комментарий когда-то под видео, я в одном из видео рассказывала, что для меня очень важны ровные крестики, я стараюсь их выкладываю, стараюсь вот иногда рисую, вышиваю методом максимального преломления нити. Кто не знает этот метод, поищите на ютубе. Вышиваете методом, очень ровные крестики получаются. И получается, я об этом где-то упомянула в каком-то видео, о том, что меня вот расстраивает ровность крестиков на моем процессе с бычком от золотого руно, что мне пришлось смириться, что там получаются кривые крестики. Мне писали, да, зачем заморачиваться, да кому нужны эти крестики, да кто на них будет смотреть, да главное хоть в дырочки попадать. На ткани. Ну, конечно... Если человека устраивает такое, ну, пожалуйста, вышивайте так. Ну, я хочу, чтобы мои работы были аккуратны, как издалека, так и вблизи. Потому что, да, вот люди обычные, которые не вышивают, и если кто-то придет ко мне в гости, посмотрит на картину, им все равно, какие там крестики, да. А вот даже если они вблизи будут рассматривать, и там будут криво, все косо, они этого не заметят. Но я часто ношу свои работы на встрече вышивальщиц, да, показываю своим подружкам. Но и мне хочется, чтобы мои работы выглядели аккуратно, чтобы, ну, я не прошу, чтобы моими крестиками восхищались, да, но мне хочется, чтобы мои работы создавали впечатление то, что они красивые, аккуратные, ровненькие, да. Для меня это важно, но это лично мое мнение. Вот, ну, если кого-то устраивают кривые крестики в разные стороны, и главное, чтобы они в дырочки попадали, ну, это ваше право. В общем, опять меня занесло куда-то. Ну, вот так вот. Напишите мне, как вы относитесь к крестикам. Стараетесь ли вы, сказать, пыхтите над ними, как я, или нет? Или же просто вышиваете, и вас не заботят о том, ровные они или нет? Ну, я же повторюсь, это право каждого. Каждый вышивает так, как ему нравится. Потому что эти же работы будут висеть у вас дома. Так, покажу вам сейчас поближе. Посмотрим на работу поближе. Вот такие мои крестики, бэкстич. Бэкстич я тут старалась сделать вот в каждую клеточку, где это возможно. Мне показалось, что так смотрится намного аккуратней. И благодаря этому бэкстич не провиснет после стирки. И будет все аккуратно, даже если работу постирать. Кстати, работу я еще не стирала. Я ее как сняла с рамы, сфотографировала и положила, и забыла о ней. Вот только вот недавно перед встречей достала и вспомнила о ней. Вот такие мне лэйзи-дэйзи, да, очень такие неаккуратные, они кривенькие все. Ну, уж какие получаются, ну, не умею их делать, не знаю почему, не получаются они у меня вовсе. Вот такая красота у меня. Так, мне нравится вот эта коробочка. Такая она красивая, нежная. Очень красивая. Да и шляпка эта классная. А тут вот такие фрузелочки большие. Там большое сложение ниточек нужно было его делать. Прям в инструкции было написано. Такие как ягодки прям получились. Объемные. Все остальные фрузелочки такие вот маленькие. По инструкции были. Ну, вот такая, в общем, красота у меня получилась. Я очень довольна этой работе. Она такая нежная, такая красивая.
просто вот не могу ею налюбоваться. Тут я прям очень довольна своими крестиками. На мой взгляд, получились они аккуратные, ровные. Ну, тут, конечно, заслуга еще большого аккаунта, равномерки. Ну и плюс метод тем, которым я вышиваю, тоже играет немаловажную роль. Так что вот такая красота у меня есть, такая готовая работа. Наконец-то я закрываю свой должок. Показала вам эту картину уже в готовом виде. И вот такая красота. Очень нежная, классная. Еще мне хочется в пару ей вышить. Есть еще сюжет тоже с уточкой. Ну вот эта уточка, она такая, знаете, мне создает впечатление, что она вот розовая. Ну не сама утка, а вот сама картина как-то. Здесь как будто бы много розового, хотя здесь и синего большие такие участки. А вот вторая уточка, она больше создает впечатление, что она синяя. И вот хочется мне тоже в пару ее купить, вышить. Но я набора того не встречала еще в продаже. Тоже старый раритет, снятый из производства. Но, возможно, надо посмотреть по ключу. Может, вот эти ниточки, остатки от этого набора подойдут. И смогу вышить. Такая вот красота. Как вам эта работа? Напишите мне свои впечатления. Я знаю, немногим нравится такой стиль, вот где квадратичный бэкстич идет. Ну, я в восторге от таких работ. Что ж, пришла пора завершать мое видео. И так оно оказалось уже слишком длинное. Я сейчас в процессе монтажа, и у меня уже видео получается больше часа. Поэтому пора бы закругляться, а то я могу снимать так до бесконечности. Все, думаю, что у меня видео короткое, короткое будет, нечего показать. В итоге, когда сажусь за монтаж, получается, ого-го, какое длинное видео. Можно было бы смело разбивать на 3 видео. Ну ладно, сейчас не об этом. Вот мои процессы. Я хочу вам показать, которые у меня вышивались в течение этого видео. К быку своему, к сожалению, я даже не прикасалась. Он остался у меня на прежнем месте. Но сейчас я, вот как видите, больше уделяю внимание данному процессу. И хочется мне его побыстрее завершить. Так, я не помню, какой участок я показывала вам в прошлых кусочках, да, но мне кажется, вот этого вы не видели еще. А возможно, и видели, могу ошибаться. В общем, как видите, у меня здесь уже сделан бэкстич полностью снизу. Немножко бэкстича еще нужно будет сделать вот здесь сверху, но тут такие идут участочки вот этих травиночек, которые с этого участка переходят наверх, поэтому я решила его пока что не делать. Ну вот, к примеру, как вот здесь, видите, у меня 2 ниточки припарковано, это идут вот ниточки от бэкстича. Сейчас одна, ту, которую я выкладываю, а вторая ниточка, которую я пришиваю. Вот я здесь начала где-то, и вот наверху дальше эта травиночка пойдет. Вот, ниточки поэтому здесь припаркованы. А сейчас вот, видите, по этот уровень у меня уже следующий участочек вышивается, и там уже вверх пойдут один полукрест. Вот здесь, получается, на этом уровне заканчиваются крестики. Немножко еще будет крестика на вот этой, здесь сверху балка идет такая вот от этого забора, бревно. И еще вот несколько таких вот стебелечков от травиночек пойдут, и все. А дальше там идет, по-моему, только солнце вышивается крестиком, а все остальное полукрестом. Поэтому я надеюсь, уже пойдет этот процесс вот к финишной прямой. Сейчас у меня вышито почти 65% на этой работе. Сейчас покажу вам немножко поближе и покажу вам овечек, которых, как я и обещала, все-таки покажу в этом. Бегло так вам все показываю, потому что времени нету, эфирное время заканчивается. Так, вот такие овечки мне получились. Да, немножко это все косо-криво выглядит, потому что лен натянут немножко кривенько. Но, естественно, все в итоге будет ровненько. Не будут эти квадратики такими кривыми, а будут квадратики, похожие на квадратики. Вот, вышивала я вот этот участочек. Предыдущие 2 у меня уже были вышиты, я вам показывала, это январь-февраль, и вот здесь у меня март на этом участке. Вышито у меня в этом процессе уже почти 20%,
получается, пятая часть от всего сюжета. Ну, оно, в принципе, так и получается, если вот визуально разделить весь сюжет на участки. Вот раз, два, три, четыре, пять. Пять фрагментов. И получается, вот это у меня уже вышито. И дальше уже буду переходить я на вот этот участок. Еще я не думала, какой будет следующий квадратик. С этой стороны пойти и вышивать в эту сторону. Или же начать с этого и пойти в эту сторону. А тут мне привлекают голубые оттеночки ниток. Тут привлекают фиолетовые. Не знаю, еще буду смотреть. Буду думать, в какую сторону пойти. Так что вот такая красота у меня получилась. Мартовскую часть я выполнила. Свой план продвигаю в нужном русле. И можно этот процесс откладывать до следующего месяца. Так, начался у меня еще один процесс небольшой. Но о нем я уже расскажу вам в следующем видео. Покажу. Он мне пришел на замену процесса с яйцом от жар-птицы. Тоже небольшая работка, вышиваю на работе. Скажу, что это вышивка на дереве, на деревянной заготовке ниточками. Вот тоже такой интересный сюжет. Но об этом поговорим уже в следующих видео. Из планов, ну, я думаю, вы понимаете, что я уже хочу это завершить и начать. У меня в планах еще один процесс. Тут никакой тайны. Хочу начать набор от Милхил. У меня в планах есть на весеннюю тематику. Думаю, как раз время его вышивать. Поэтому, как только завершу этот процесс, повышиваю немного быка, продвину его. И возьму процесс Милхил, тоже его повышиваю. Так что вот такие мои ближайшие планы. Ну, об этом всем будем уже говорить в следующих моих видео. На этом буду с вами прощаться. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, поставьте ему, пожалуйста, лайк. Пишите свои впечатления по моим процессам, покупкам и обо всем, о чем угодно. Мне очень интересно с вами общаться. Я всегда с нетерпением жду ваши комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Буду вам всем безумно рада. Желаю вам всего самого хорошего. Пусть все процессы, покупочки, наборчики и ваши рукоделия приносят вам только удовольствие и никаких разочарований. Всем пока-пока!